Здравствуйте, уважаемые студенты! С вами Жумагуль Дюсембаевна, доцент кафедры нанотехнологии и металлургии. Сегодня мы с вами рассматриваем пятую тему «Автоматизированные рабочие места дисциплины спецкурс по информатике». На прошлом занятии мы немножко затронули эту тему, а сегодня более подробно будем рассматривать компоненты, составляющие АРМ. Цель сегодняшнего занятия – изучить базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. План занятия, АРМ, их определение, свойства, структура, функции и классификация. Требования к техническому обеспечению АРМ. АРМ специалистов-управленцев производства по направлению механик. Деятельность работников сферы управления, бухгалтеров, технологов, руководителей, конструкторов, механиков в настоящее время ориентирована на использование развитых технологий. Организация и реализация управленческих функций требует радикального изменения как самой технологии управления, так и технических средств обработки информации, среди которых главное место занимают персональные компьютеры. Они все более превращаются из систем автоматической переработки входной информации в средства накопления опыта управленческих работников, анализа, оценки и выработки наиболее эффективных экономических решений. Автоматизированное рабочее место АРМ определяется как совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающую конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области. Создание автоматизированных рабочих мест предполагает, что основные операции по накоплению, хранению и переработке информации возлагаются на вычислительную технику, а работник сферы управления, экономист, технолог, руководитель выполняет часть ручных операций и операции, требующих творческого подхода при подготовке управленческих решений. Персональная техника применяется пользователям для контроля производственно-хозяйственной деятельности, изменения значений отдельных параметров в ходе решения задачи, а также ввода исходных данных в АИС для решения текущих задач и анализа функций управления. АРМ создается для обеспечения выполнения некоторой группы функций. Наиболее простой функцией АРМ является информационно-справочное обслуживание. АРМ имеют проблемно-профессиональную ориентацию на конкретную предметную область. Персональные АРМ являются главным инструментом общения человека с вычислительными системами, играя роль автономных рабочих мест, интеллектуальных терминалов больших ЭВМ, рабочих станций в локальных сетях. Локализация АРМ позволяет осуществить оперативную обработку информации сразу же по ее поступлении, а результаты обработки хранить сколь угодно долго,
по требованию пользователя. Целью внедрения ОРМ является усиление интеграции управленческих функций, и каждое более или менее интеллектуальное рабочее место должно обеспечивать работу в многофункциональном режиме. ОРМ выполняют децентрализованную одновременную обработку экономической информации на рабочих местах исполнителей в составе распределенной базы данных. При этом они имеют выход через системное устройство и каналы связи с ПВМ и БД, то есть базы данных, других пользователей, обеспечивая таким образом совместное функционирование ПВМ в процессе коллективной обработки. ОРМ, созданные на базе персональных компьютеров, наиболее простой и распространенный вариант автоматизированного рабочего места для работников сферы организационного управления. Такое ОРМ рассматривается как система, которая в интерактивном режиме работы предоставляет конкретному работнику, то есть пользователю, все виды обеспечения монопольно на весь сеанс работы. Этому отвечает подход к проектированию такого компонента ОРМ, как внутреннее информационное обеспечение, согласно которому информационный фонд на магнитных носителях конкретного ОРМ должен находиться в монопольном распоряжении пользователя ОРМ. Пользователь сам выполняет все функциональные обязанности по преобразованию информации. Создание ОРМ на базе персональных компьютеров обеспечивает простоту, удобство и дружественность по отношению к пользователю, простоту адаптации к конкретным функциям пользователя, компактность размещения и невысокие требования к условиям эксплуатации, высокую надежность и живучесть, сравнительно простую организацию технического обслуживания. Эффективным режимом работы ОРМ является его функционирование в рамках локальной вычислительной сети в качестве рабочей станции. Особенно целесообразен такой вариант, когда требуется распределить информационно-вычислительные ресурсы между несколькими пользователями. В наиболее сложных системах ОРМ могут через специальное оборудование подключаться не только к ресурсам главной ЭВМ-сети, но и к различным информационным службам и системам общего назначения, например, службам новостей, национальным информационно-поисковым системам, базам данных и знаний, библиотечным системам. Возможности создаваемых ОРМ в значительной степени зависят от технико-эксплуатационных характеристик ЭВМ, на которых они базируются. В связи с этим на стадии проектирования ОРМ четко формулируются требования к базовым параметрам технических средств обработки и выдачи информации, набору комплектующих модулей, сетевым интерфейсам, эргономическим параметрам устройств. Информационное обеспечение ОРМ ориентируется на конкретную, привычную для пользователя предметную область. Обработка документов должна предполагать такую структуризацию информации, к
которая позволяет осуществлять необходимое манипулирование различными структурами, удобную и быструю корректировку данных в массивах. Техническое обеспечение ОРМ должно гарантировать высокую надежность технических средств, организацию удобных для пользователя режимов работы, автономные, с распределенной базой данных, информационные, с техникой верхних уровней, способность обработать в заданное время необходимый объем данных. Поскольку ОРМ является индивидуальным пользовательским средством, оно должно обеспечивать высокие эргономические свойства и комфортность обслуживания. Далее, программное обеспечение прежде всего ориентируется на профессиональный уровень пользователя, сочетается с его функциональными потребностями, квалификацией и специализацией. Пользователь со стороны программной среды должен ощущать постоянную поддержку своего желания работать в любом режиме активно либо пассивно. В последнее время создаются унифицированные ОРМ, обслуживающие несколько предметных областей. Например, комплекс «Экспресс-анализ» при заключении договоров, заказов, контрактов обеспечивает процесс управления аналитической информацией о себестоимости, цене, возможных объемах производства отдельных видов продукции. Комплексы «Анализ формирования, распределения и использования прибыли», «Анализ материально-технического и финансового состояния предприятия», «Анализ труда, оплаты и социального развития», «Анализ выполнения госзаказов и хозяйственных договоров» соответствует структуре действующего законодательства о предприятии. Комплексы «Анализ и прогнозирование динамических рядов», корреляционно-регрессионный анализ, выборочный метод дают возможность автоматизированно осуществлять социально-экономический анализ с использованием статистических методов. Комплекс сервисные программы позволяет получать обработанную информацию в виде графиков и схем, редактировать входную информацию, корректировать хранящиеся в файлах ОРМ данные. На современном этапе автоматизации управления общественным производством наиболее перспективным является автоматизация планово-управленческих функций на базе персональных ЭВМ, установленных непосредственно на рабочих местах специалистов. Эти системы получили широкое распространение в организационном управлении под названием автоматизированных рабочих мест, то есть ОРМ. ОРМ можно определить как комплекс информационных ресурсов программно-технических и организационно-технологических средств индивидуального и коллективного пользования, объединенных для выполнения определенных функций профессионального работника управления. С помощью ОРМ специалист может обрабатывать тексты, посылать и принимать сообщения, хранящиеся в памяти ЭВМ, участвовать в совещаниях, организовывать и вести личные архивы документов, выполнять расчеты и получать готовые результаты в табличной и графической форме. Обычно процессы принятия решений и управления в целом реализуются коллективно,
Но необходима проблемная реализация АРМ управленческого персонала, соответствующая различным уровням управления и реализуемым функциям. Подготовка информации для принятия решений, собственно, принятие решений и их реализация могут иметь много общего в различных экономических службах предприятия. Такие многие функции являются типовыми для многих предприятий. Это позволяет создавать гибкие перестраиваемые структуры управления. В основу конструирования АРМ положены следующие основные принципы. Первое. Максимальная ориентация на конечного пользователя, достигаемая созданием инструментальных средств адаптации АРМ к уровню подготовки пользователя, возможностей его обучения и самообучения. Второе. Формализация профессиональных знаний, то есть возможность предоставления с помощью АРМ самостоятельно автоматизировать новые функции и решать новые задачи в процессе накопления опыта работы с системой. Третье. Проблемная ориентация АРМ на решение определенного класса задач, объединенных общей технологией обработки информации, единством режимов работы и эксплуатации, что характерно для специалистов экономических служб. Четвертое. Модульность построения, обеспечивающая сопряжение АРМ с другими элементами системы обработки информации, а также модификацию и наращивание возможностей АРМ без прерывания его функционирования. Пятое. Эргономичность, то есть создание для пользователя комфортных условий труда и дружественного интерфейса общения с системой. Далее рассмотрим классификацию АРМ. В основу классификации АРМ может быть положен ряд классификационных признаков. С учетом областей применения возможна классификация АРМ по функциональному признаку. Это АРМ административно-управленческого персонала, АРМ проектировщика радиоэлектронной аппаратуры, автоматизированных систем управления, АРМ специалиста в области экономики, математики, физики, АРМ производственно-технологического назначения. Важным классификационным признаком АРМ является режим его эксплуатации, по которому выделяются одиночный, групповой и сетевой режимы эксплуатации. В первом случае АРМ реализуется как обособленный ПВМ. Все ресурсы, которые находятся в монопольном распоряжении пользователя. Такое рабочее место ориентировано на решение нестандартных специфических задач, и для его реализации применяются ЭВМ небольшой мощности. При групповом режиме эксплуатации на базе одной ЭВМ реализуется несколько рабочих мест, объединенных по принципу административной или функциональной общности. В этом случае требуются уже более мощные ЭВМ и достаточно сложное программное обеспечение. Групповой режим эксплуатации обычно используется для организации распределенной обработки данных в пределах отдельного подразделения или организации для обслуживания стабильных групп специалистов и руководителей.
Сетевой режим эксплуатации АРМ объединяет достоинства первого и второго. В этом случае каждая АРМ строится на базе одной ЭВМ, но в то же время имеется возможность использовать некоторые общие ресурсы вычислительной сети. Одним из подходов к классификации АРМ является их систематизация по видам решаемых задач. Возможны следующие группы АРМ. Для решения информационно-вычислительных задач. Для решения задач подготовки и ввода данных. Для решения информационно-справочных задач. Для решения задач бухгалтерского учета. Для решения задач статистической обработки данных, для решения задач аналитических расчетов. Обоснованное отнесение АРМ к определенной группе будет способствовать более глубокому и тщательному анализу, возможности сравнительной оценки различных однотипных АРМ с целью выбора наиболее предпочтительного. Так, задачи АРМ. Задачи, решаемые на АРМ, условно можно разделить на информационные и вычислительные. К информационным задачам относятся кодирование, классификация, сбор, структурная организация, корректировка, хранение, поиск и выдача информации. Часто информационные задачи включают несложные, вычислительные и логические процедуры арифметического и текстового характера и отношения. Информационные задачи являются наиболее трудоемкими и занимают большую часть рабочего времени специалиста. Вычислительные задачи являются как формализуемыми, так и не полностью формализуемыми. Формализуемые задачи решаются на базе формальных алгоритмов и делятся на две группы – задачи прямого счета и задачи на основе математических моделей. Задачи прямого счета решаются с помощью простейших алгоритмов. Для более сложных задач требуется применять различные математические модели. В последнее время большое внимание уделяется разработке средств решения не полностью формализуемых задач, называемых систематическими. Такие задачи возникают очень часто в ходе оперативного управления экономическими объектами, особенно при принятии решений в условиях неполной информации. Далее рассмотрим структуру АРМ. Структура АРМ – это совокупность его подсистем и элементов. К обеспечивающим системам в первую очередь следует отнести техническое, информационное, программное и организационное обеспечение. Виды обеспечения АРМ. Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств, основой которого служит профессиональный персональный компьютер, предусматривающий работу специалиста без посредников, то есть программистов, операторов. У групповых АРМ таким компьютером могут пользоваться 4-6 человек. В комплект профессионального персонального компьютера входят процессор, дисплей, клавиатура, магнитные накопители информации, печатающие устройства и графопостроители. К комплексу технических средств следует отнести и средства,
коммуникации для связи различных АРМ в сетях, а также средства телефонной связи. Далее, информационное обеспечение. Это массивы информации, хранящиеся в локальных базах данных. Информация организуется и хранится в основном на магнитных дисках. Управление ею осуществляется с помощью программной системы управления базами данных, которая производит запись информации, поиск, считывание, корректировку и решение информационных задач. В АРМ может быть несколько баз данных. Далее, организационное обеспечение включает средства и методы организации, функционирования, совершенствования и развития автоматизированного рабочего места, а также подготовки и повышения квалификации кадров. Для групповых и коллективных АРМ в подсистему организационного обеспечения включаются функции администрирования АРМ, проектирование, план конспектирования, учет, контроль, анализ, регулирование, организационные связи с инфрасистемами и тому подобное. Также организационное обеспечение предусматривает определение и документальное оформление прав и обязанностей пользователя автоматизированного рабочего места. Далее, программное обеспечение состоит из системного программного обеспечения и прикладного. Основой системного обеспечения является операционная система и системы программирования, например, алгоритмический язык BASIC. Системные программы обеспечивают рациональную технологию обработки информации, так называемые сервисные программы, которыми АРМ комплектуется в зависимости от потребностей в них, расширяет возможности операционной системы. Для обеспечения информационной связи в сетях АРМ и связи АРМ по различным каналам также применяются программные средства, которые можно отнести к системному программированию. Прикладное программное обеспечение составляют программы пользователей и пакеты прикладных программ разного назначения. Множество задач, которые предстоит решать различным организациям, носят учетно-аналитический характер и требуют табличной компоновки данных с подведением итогов по различным группам и разделам данных, например, при составлении баланса, справок, накладных и других финансовых отчетах. Далее рассмотрим АРМ «Механика-электрика», который может быть использован в металлургическом предприятии, например, в печах для выплавки стали. Автоматизированное рабочее место предназначено для отображения дежурному электрику параметров питающей сети по каждому из вводов, состояние автоматических выключателей, пускателей, рубильников и управление ими. Каждое автоматизированное рабочее место скомпоновано на базе персональной ЭВМ. На экране монитора отображается мнемосхема,
Управление осуществляется с помощью манипулятора мышь. Контролеры и распределительные устройства связи с объектом скомпонованы на базе контролеров Modicon, измерительные устройства на базе программируемых анализаторов параметров сети типа SPICOM и DIRES. Для связи между частями комплекса технических средств применяется сеть Modbus. Комплекс программных средств обеспечивает функционирование автоматизированных рабочих мест и контролеров для выполнения необходимых функций автоматической системы управления. Передача информации в местные диспетчерские пункты осуществляется по шине RS-485. Далее реализуются следующие функции. Контроль параметров питающей сети, линейные значения напряжения и токов, фазные значения напряжений, частота питающей сети, значение полной активной мощности, значение полной реактивной мощности, значение активной мощности, значение реактивной мощности индуктивной, емкостной, значение коэффициента мощности, учет активной энергии, потребление энергии, потребленная энергия и произведенная энергия, учет реактивной энергии, учет реактивной энергии также с другими счетчиками для передачи информации о контролируемых параметрах предусмотрены анализаторы. Следующий пункт. Контроль состояния выключателей, пускателей, рубильников, переключателей и другой аппаратуры. Дистанционное управление выключателями, пускателями. Сбор и накопление данных о состоянии питающей сети. И, наконец, архивирование полученной информации и ее предоставление в наглядной форме.